Самаре на этой неделе специалисты проведут ремонтные работы с кратковременным отключением холодной воды. Сегодня планируют заменить запорную арматуру и переключить водоснабжение на постоянную схему на Вольской и в Нововокзальном тупике. Завтра, 3 мая, заменят задвижки на Южном проезде. Из Самары запустили прямые авиарейсы в Норильск. Полеты осуществляются один раз в неделю по вторникам. Вылет из Самары в 23:55. Прибытие в Норильск в 9:45. Продолжительность полета составит 6 часов 50 минут. Со 2 по 4 мая в связи с производственной необходимостью «Ласточку» между Самарой и Тольятти заменят другими электричками. 2 и 3 мая поезда пройдут по следующему расписанию: из Самары отправление в 14:00 и в 20:15, из Тольятти в 17:05, а 3 и 4 мая из Тольятти отправление в 6:34. В Самарской области на Волге спасли 4 человек. Двое взрослых и двое детей на лодке ПВХ в результате поломки мотора оказались в сложной ситуации. Судно течением реки сносило дальше от берега. Для оказания помощи вышел спасательный катер. Лодку обнаружили и отбуксировали к береговой линии. В России началась рабочая неделя, которая продлится всего 2 дня. В честь праздника весны и труда россияне отдыхали с понедельника по среду. Предстоящая рабочая неделя тоже будет короткой. 9 и 10 мая будут выходными в связи с празднованием Дня Победы. 8 мая станет предпраздничным рабочим днем с сокращенным рабочим графиком. Психологи рассказывают, что в первый рабочий день после выходных лучше заняться какой-то рутиной, дать себе через простые дела войти в рабочий режим, не перегружать себя. Также необходимо хвалить себя за выполнение даже мелких задач, поскольку похвала является отличным мотиватором и источником гормона счастья. В Роскачестве рассказали, как хранить окрашенные к Пасхе яйца. Они хранятся при комнатной температуре до 2 суток, а в холодильнике до 2 недель. Чтобы срок хранения не сократился, необходимо избежать появления трещин во время варки. Поэтому не следует готовить яйца в интенсивно кипящей воде. Сваренное вкрутую яйцо с трещинами разрешено хранить в холодильнике не больше 5 суток.